В Янауле 29 сентября ожидается пасмурная погода, дождь со снегом. Ветер западный 3-4 метра в секунду. Атмосферное давление высокое 756 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 2, плюс 2. Днем плюс 3, плюс 6 градусов. По данным МЧС, по республике ожидается значительная облачность, дожди. Ветер северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха по республике ночью 0, плюс 3, днем плюс 4, плюс 7 градусов.